Школьники-изобретатели из Тараза впервые в стране изобрели клавиатурный принтер, работающий с системой Брайля. Устройство получило название «Казак Брайль». Специальный аппарат для людей, потерявших зрение, работает на казахском языке. Школьники, которые сегодня находятся на летних каникулах, рассказали, что на изготовление устройства ушел год. Стоит отметить, что принтеры Брайля стоят на рынке 4-5 миллионов тенге. Школьники, в свою очередь, потратили всего 17 тысяч тенге на казахскую клавиатуру.